Ее жестоко обманули. Вообще-то такими вещами не шутят. И теперь она не верит никому, тем более заезжему незнакомцу. Не пытайтесь произвести на меня впечатление, хорошо? Добиться ее любви будет непросто. Но бывший опер знает, лучший способ завоевать женщину... По-моему, у меня созрел план. Спасти ее от смертельной опасности. Хочешь спасти себя и свою девку? Анастасия Панина и Анатолий Журавлев в сериале «Пасечник». По-твоему, этого мало? Премьера с понедельника вечером на НТВ.